Тверской области чествовали работников лесной отрасли. В эти выходные они отметят профессиональный праздник. Лучшим работникам лесопромышленного комплекса вручили федеральные и региональные награды. На торжественном мероприятии побывала Наталья Чекет. В лесопромышленной отрасли региона работает более 5500 человек. Сегодня награждали тех, кто внес вклад в развитие лесной отрасли Верхневолжья. Среди них Ольга Барсукова, лесничий Старецкого района. Ей вручили почетную грамоту Федерального агентства лесного хозяйства за многолетний труд и личный вклад в сохранение лесных богатств России. В лесничество я пришла после техникума Кувшиновского в 2003 году и по сей день я там работаю. Жила я в сельской местности, а вокруг лес... Детство в лесу, поэтому однозначно, что профессия – это связанные с лесом. Лес – важное природное достояние Тверской земли. От его сохранности зависит экологическое и экономическое состояние Верхневолжья. Тверская область обладает одним из самых больших запасов лесных ресурсов. В нашем регионе почти 5 миллионов гектаров леса. Отдать надо должное работе лесникам лесного хозяйства Тверской области. Почему? Потому что по итогам прошлого года они находятся в десятке лучших лесных хозяйств всей Российской Федерации. Это показатель. Это очень серьезный показатель. Поздравления всем причастным к лесному комплексу Тверской области направил глава региона Игорь Руденя. Высокая компетентность, богатый опыт и опора на традиции, заложенные ветеранами отрасли, будут впредь помогать вам добиваться высоких результатов в труде на благо Тверской области и всей России. Желаю вам реализации всех планов и новых профессиональных успехов. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. Тверская область является лидером по объемам лесовосстановления. Только за прошлый год в регионе восстановлено 20 тысяч гектаров, половина искусственным способом, то есть высажены молодые сеянцы и саженцы деревьев. Это наиболее эффективный способ, который гарантирует стопроцентное восстановление лесов на всех вырубленных площадях. В этом году мы также взяли достаточно высокую планку, порядка 10 тысяч гектар искусственным способом. Это называется создание лесных культур, также посадить. В подавляющем большинстве мы это сделали уже весной. Буквально крохи остались на осень, и этот план мы также выполнили. И, конечно, все эти успехи были бы невозможны без специалистов, которые посвятили жизнь грамотному управлению лесными ресурсами.